В интересах жителей вопросы обслуживания многоквартирного фонда обсудили на первом в этом году муниципальном форуме «Щелковский управдом». Вопрос благоустройства дворовых территорий, ремонта многоквартирных домов и подъездов, а также переход на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям. Эти темы обсуждались на форуме «Щелковский управдом». Важная особенность таких форумов – возможность задать вопросы как управляющим компаниям, так и представителям администрации, отвечающим за ЖКХ. Форма оплаты услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям препятствует образованию задолженности за коммунальные ресурсы, говорили на форуме. При этом ответственность за качество поставки ресурсов и учет объемов потребления по-прежнему лежит на управляющих компаниях. За качество услуги, вот доведенной до потребителя, отвечает в том числе и управляющая организация. И вот когда возникает вопрос о том, что сделать перерасчет за некачественно предоставленную услугу или не в полном объеме предоставленную услугу, вот здесь роль управляющей организации сразу возникает. Продолжится в этом году реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Всего мы делаем в этом году 58 территорий. Значит, все требования, регламент того, что мы делаем в каждом дворе, утверждается Министерством ЖКХ. Ни одна дворовая территория не благоустраивается без согласования с жителями, с собственниками, с старшими по домами. С этого года к существующим 6 элементам благоустройства дворов прибавились еще 2 – лавочки и урны. Но и они должны быть согласованы с жителями. Утвержденный перечень адресов размещен на сайте районной администрации. Управдомам, как и любому жителю региона, Министерство ЖКХ предложило поучаствовать в выработке критериев оценки деятельности управляющих компаний. Голосование за них стартовало 2 апреля на портале «Добродел» и продлится 2 недели. Отобранные критерии лягут в основу нового рейтинга УК по принципу звездности. Нечто подобное используется в гостиничном бизнесе. Управляющая организация, получившая 1 или 2 звезды, должна будет оставить управление домом. Мне будет очень даже это приятно и знать, какой рейтинг занимает моя управляющая компания, что она действительно стоит крепко на ногах, и будем ей доверять. В числе других тем с управдомами обсудили выполнение программы ремонта подъездов и участие жителей в апрельских субботниках по наведению порядка во дворах. Тот материал, который мы здесь получаем, те проблемы, которые мы здесь озвучиваем, конечно, они идут на пользу. Получили достойные ответы, вот, и вопросов не остается. Мы должны понимать, что же требуют жители, чего они хотят видеть в этом плане, брать на вооружение себе эти моменты и постараться сделать так, чтобы в следующем эти вопросы уже не звучали. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».